Дагестан впервые будет участвовать в знаменитом детско-юношеском конкурсе «Утренняя звезда». Талантливые дети со всей республики сегодня участвовали в гала-концерте. Это своего рода генеральная репетиция перед конкурсным днем. Он состоится уже завтра в Махачкале в зале Русского театра. Все участники уже прошли всевозможные отборочные туры в городах и районах Дагестана. Теперь им предстоит бороться за участие в конкурсе «Утренняя звезда» в Москве. А судить участников будет строгое жюри, но авторитетное. К большому нашему счастью, Дагестан тоже включен в эту программу. И мы, кстати, ждем президента этой утренней звезды Юрия Николаева, народного артиста России. Завтра он должен приехать. Ну а мы как бы отборочный тур мы выбираем. Это уже вторая идет стадия. Первые мы выбрали детишек. Есть Дагестан вообще богат на таланты.